МВД заявили, что готовы обнародовать результаты экспертиз смертей Михаила Жизневского, Сергея Негояна и Романа Сеника, которые были убиты 22 января во время противостояния в Киеве на улице Грушевского. Правоохранители утверждают, что выстрелы, полученные погибшими из огнестрельного оружия, были сделаны с расстояния 2-3 метров. Кроме того, из предыдущих выводов понятно, что выстрелы произведены сверху под довольно большим углом. Однако для того, чтобы провести детальное исследование, нужно знать точное место, где пострадавшие получили ранения, говорится в сообщении МВД Украины. Напомним, евромайдановцы говорят о 4 смертях участников протестов, 35 пропавших и почти 2000 тех, которых подвергли репрессиям.